Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой... Доброе утро, друзья! Всем хорошего начала дня, позитива и настроения! Вы видите, у нас зима! Все в снегу, вся машина в снегу! Снег идет. В общем, все белым-бело, очень скользко. Был снежок, подтаяло. И все это заморозило. Просто лед. Я пока дошла до машины, я просто чувствую, что я просто такая перебирала, такая еду. Доехала, как говорится, до машины. Ой, надо щетку в машине искать. А в том году Максим новую купил. Все, те ухайдокали. Что-то надо застегнуть. В общем, ветер, холодно. Хотя минус один, знаете, непривычно что-то как-то непривычно зима. В общем, надо посветлее. В общем, снег идет прям такими, летит такими хлопьями. Сейчас, значит, найду щетку, почищу машину. В общем-то, и поеду. Вот такой сегодня макияж с утра, тут наваяла, масочку, патчи, все дела, кофе, вишнево-гранатовое желе с коллагеном, это я уже вам не говорю, это все по стабильненькому, ничего не вижу, пишу, то есть все заснежено, вот, ну и в общем собралась, а метет, прям снег летит, метит зима. Завтра мы идем к маме на день рождения. Мам, завтра день рождения. Вот, так что красота, красота. Вот не помню, в прошлом году, мне кажется, тоже уже был на маме на день рождения снег. Что-то вот, мне кажется, столько событий за год было интересных, столько всего было интересного. И не очень, и очень много событий. Очень много событий, новостей, всего такого, в общем. И очень, и не очень, и поэтому что-то как-то не припомню, если честно. Тоже надо поспрашиваю, помнит она или нет. Смотрите, какие новые губные помадки в Тианде. Какая упаковка. Все подписано. Матовые и помады с шиммером. Сейчас мы все посмотрим. Так, какой красивый оттенок. Это у нас какой? 02, супер, ну супер. И сейчас какие вот такие классные на ощупь. Да, и сейчас мы вот такую какую-нибудь наобум, да, откроем. Это у нас матовый уже. Вот уже какой красивый цвет. Так, надо листок вниз положить. Ага. Какой оттенок? Да, она вот на белом цвете лучше смотрится. Красивый. Это какой оттенок? 11. 11 матовый. А мы сейчас тогда вот так сделаем. 11. Просто чтобы сравнение было понятно. Какой насыщенный. Уже, да, такое? Да, тут ягодка красивая. Так. Тут нужно было напишить. Вот это 12-й. О, какой клевый. То есть он такой интересненький, коричневенький, телесный. Угу. Ну, на всех все равно, у всех свой индивидуальный цвет губ. И у всех еще тон кожи. И поэтому, ой, вот этот вообще шикарный. Шикарный цвет, да? Мы вообще можем пойти к окошку. Да, какой номер-то у него? Это номер 9 или какой? 9. Шикарный цвет. Вот это вот коричневый как раз-таки 13 номер. Он прям натурально коричневый. Без каких-либо подтенков. Ни в розовинку никуда не уходит. Ни в оранжевый. Хороший коричневый. Это тоже интересный. О, очень тоже красивый. Это какой? 8. Восьмерка. Угу. Клевый. Клевый.
Так, еще вот этот вот у нас, да? А вот 14-й, это я себе уже вчера попробовала. Я в восторге вчера была от него. Я думаю, ты разделишь мою любовь к этому цвету. Какой? Я его потестила, так что можем мы сейчас попробовать его. Красота. Он кайфовый, он такой ягодный, прям благо... Мне муж вчера сказал, что это прям такой насыщенный, благородный, вечерний, красивый, такой прям... Огонь. Давай. Еще смотрите, девчонки, какие два новых карандаша для глаз и бровей. Один в оттенке вот таком вот в сером, а другой у нас коричневый. Здесь у нас круглый грифель. Они подходят как для глаз и бровей, но они очень мягкие. И ими очень круто делать, получается, смоки айс. Они такие кремообразные. Их можно вот так вот с другой стороны, да, растушевать и закрепить тенями, получается, да. Ну, я прям сильно растушевала, но, в принципе, ну, вот, да. Суть понятна. И вот такой вот еще серенький для глаз. А для бровей у нас отдельные карандаши, там такой шикарный грифель. И для бровей, и для глаз. Да. То есть это прям отдельно. Этот получается помягче значительно. Чем тот, да? Да, для бровей он менее такой маслянистый. Он очень хорошо держится, не размазывается абсолютно. Я забыла сегодня принести. А я вот тем пользуюсь, вот у меня на бровях коричневый. Ну вот он хорошо держится. Да, мне там нравится, что с той стороны щеточка, а с этой стороны цвет. Прям шикарный. Еще смотрите, девчонки, какие два новых карандаша для глаз и бровей. Один в оттенке вот таком вот в сером, а другой у нас коричневый. Здесь у нас круглый грифель. Они подходят как для глаз и бровей, но они очень мягкие. И ими очень круто делать, получается, смоки айс. Они такие кремообразные, их можно вот так вот с другой стороны, да, растушевать и закрепить тенями, получается, да. Я прям сильно растушевала, но, в принципе, ну, да. Суть понятна. И вот такой вот еще серенький для глаз. А для бровей у нас отдельные карандаши, там такой шикарный грифель. И для бровей, и для глаз. Да. То есть это прям отдельно. Этот получается помягче значительно. Чем тот, да? Да, для бровей он менее такой маслянистый. Он очень хорошо держится, не размазывается абсолютно. Я забыла сегодня принести. А я вот тем пользуюсь, вот у меня на бровях коричневый. Ну вот он хорошо держится. Да, мне там нравится, что с той стороны щеточка, а с этой стороны цвет. Ну что, кто чем сегодня занят? А у Насти сегодня день красоты. День красоты. Только пришла она с бровей. Покажи нам. Сейчас, знаете, куда идет? На ногти. Говорит, покажи, какие у тебя сейчас. Собирается сделать? Бордовый. Показывай. Хочу сделать вот такой вот цвет бордовый. Ну, не знаю, возможно. Есть два варианта, три варианта. Либо хочу прям светлый бежевый и с этой софтиркой. Либо вот темно-бордовый. Либо еще какие-то хотела, но я забыла. А у меня пока такие кошки. Но тоже уже, смотрите, как отросло, так что уже скоро тоже надо будет записываться на ногти. Сегодня у меня такой макияж. Тебе нравится бордовый цвет? Да, у меня были бордовые, мне нравится. А мы с Илюхой сегодня ходили в поликлинику, пытались очередной раз попасть к врачу, но так, кто давно смотрит мой канал, знает, что он летом в Чебоксарах лежал в больнице. Вот весной у него там была киста в носу, в общем, нам надо к аллергологу. К аллергологу попасть не можем. Просто не можем ни попасть, ни записаться никак вообще. Эндокринолог нам еще нужен. И еще нам нужен ортопед. В общем, три врача. Ни к одному попасть не можем просто, потому что один у нас приходящий в поликлинику приходит один раз в месяц, ортопед принимает полтора часа, вы представляете, да? Ни к одному. Гастроэнтеролога у нас... Гастроэнтеролог вроде нам не нужен. Эндокринолог вообще в другой где-то поликлинике, но там тоже записи нет, к аллергологу. Включается только в 2 часа телефон, который никто не берет, то есть записаться тоже невозможно. Ну, в общем, сегодня я уже стою такая в регистратуре в поликлинике, все, я говорю, ну сделайте что-нибудь, ну запишите нас уже куда-нибудь. Мы будем ждать эту запись, ну помогите нам, ну что-нибудь. Ну три врача, к которым мы просто никуда попасть не можем. Вроде как записали наши фамилии, имя, контактный номер телефона. В общем, будем ждать, может, все-таки куда-нибудь попадем. Вот, в общем, бесполезно сходили мы с Люхой в поликлинику. У нас сегодня день красоты, а я ездила еще и обувь забирала из ремонта. Ой, отлично сделала, просто.
Вот. И это ушла все на ногти. Все, ушла. У нее сегодня день красоты. Брови, ногти. Я говорю, ну правильно, она на бровях, на ногтях, а я за ее обувью с младшим в поликлинику. А мама опять на хозяйстве, как говорится, да. У кого красота, кто на хозяйстве. Да вот, на улице снег. Скользко. Я уже с утра достала зимнюю обувь, зимние сапоги. Достала и замшевые, и кожаные. Вот, еще там одни хотела, чуть не нашла. Что ли, я мне говорю, мам, пошли, пошли, пошли быстрее. Вот, ну и почти нерезультативный день. Вот как-то так, почти нерезультативный. Пока без результатов. Ну, в общем, проходит. Пытаемся проходить обследование после того, что нам надавали столько записей после того, как он лежал в больнице, потому что ему сделали и всякие там УЗИ, и все-все-все, все там обследовали. Вот там можно было ему обследовать все, там ему все, что можно, обследовали. А теперь с этим здесь попасть вообще никому не можем. Вот просто какой-то заколдованный круг, не знаю. Вот, ну, будем пытаться. Будем пытаться, вот чем занимаемся. Думала, на каникулах хоть куда-то попадем. Безрезультатно. Безрезультатно. Вот. Вот честно сказать, как-то. Не знаю, у вас тоже такие же проблемы с врачами? Вот у нас, по крайней мере, да. А что это вы тут делаете? Какая мадам. Покажите нам маникюр. О, какой красивый. Мне нравится. Вообще отлично смотрится. Я тоже хочу. Что-нибудь такое новенькое. И куда это у нас мадам будет? Рядом с другой стороны мадам. А-а-а, в рамочку будет апгрейд рамочек. Да, я решила, что там будут висеть необычные картинки. А, какой это. Уменьшаются это красочки, да? Угу. Красочки вот уменьшают. Это новые стоят. Потому что вот это уже закончилось. Да, последний раз тебе белую покупала такую, да? Белую. Сейчас посмотрим, какой будет еще девушке. А это куда? К вот этой девушке? Угу. Вместо какой? Вместо любой. А, вместо любой? А, ну можно же рамку развернуть, повесить это. В общем, апгрейд. Апгрейд тут. Апгрейд будет какой-то. Место какое-то. Вместо какой-то. В общем, интересно. Вместо какой это будет? Вот как круто быть художником. Меняешь сам себе дизайн по желанию, как хочешь. То так, то эдак. Такие рамочки. Можно другие. И будет очень круто, конечно. Смотрите, какая красота получилась. Как вам показать? Вот так. Это вот холст, который купили первый в фикс-прайсе. Грунтованный, да, на подрамнике. И вот такая вот картина. Вот. Красота. Да, очень прикольно смотрится на камере. И Настя говорит, кстати, камни сложно рисовать. А как тебе рисовать воду? Не нравится. Не понравилось? Угу. Мы же купили еще один холст, я вам показывала в фикс-прайсе. Что на нем будет интересно? Явно не вода и не камни. А, не вода и не камни? Что, у нас поле и лес остается? Это интереснее. Интереснее? Ну, давай поле и лес. А это у нас так будет переходящее. Вот здесь вот вода, камни и не чуть-чуть деревьев. На следующем будет, а может это триптих будет? На следующем будет очень много деревьев и совсем чуть-чуть камней. А на третьем еще там что-нибудь? Триптих? Да. Ну, как идея, я не знаю. Ну, по крайней мере, холст пошел в ход. Что нам надо с вами разобрать пакет. В пятерке опять какая-то акция началась, в пятерочке. В общем, какие-то штучки-дрючки. Каваи какие-то теперь. Так, взяла вот такой вот кетчуп будзякский, шашлычный. Пам-пам, сыр вот такой. Понравился. Фарш взяла. Так. Майонез. Селяночка. Батон.
утренний. Колбаску, вариант. И еще одну колбаску. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую и говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.